Вопрос от подписчика. Как найти товар в спайс-сервисах? Дам еще лайфхак сегодня. Как найти вообще товар бесплатно? Как найти товар? Какой товар продавать? На чем сейчас зарабатывают другие? Как это узнать? Как? Да, именно сегодня мы поговорим о спай-сервисах. И как там найти офер для продаж? Друзья, с вами Александр Луценко и рубрика «Вопросы от подписчиков». Не забудьте поставить лайк этому видео и, конечно же, подпишитесь на мой канал. Спай-сервисы – это шпионские сервисы для рекламы. Американский шпион. Которые показывают креативы конкурентов и дают возможность их скачать для дальнейшей рекламы. Самые популярные и недорогие спай-сервисы – это Publer, AdHeart и AdLover. AdHeart показывает креативы в рекламе Фейсбука. В нем мы можем искать офер по названию товара или, например, по названию домена. И сколько дней назад креатив был запущен. AdLover, наоборот, показывает только рекламу в Инстаграме, в ленте и в сторис. Какой там алгоритм работы? Выбираем даты, например, последние 3 месяца. Или выбираем 3 месяца прошлого года, чтобы понимать, что продавалось в этот сезон в прошлом году. Сортируем по частоте показов видео и смотрим всю рекламу. Сегодня средняя стоимость за 1000 показов в Украине в Фейсбуке от 1,5 до 3 долларов. Если вы видите, что у креатива примерно 1 миллион просмотров, то на бюджет ушло примерно от 2 до 3 тысяч долларов. И явно арбитражник или рекламодатель себе не враг и не крутит себе эту рекламу в минус. Еще один из действенных вариантов для поиска в AdLover – это поиск по ссылке или по названию вашего оффера. По домену вашего конкурента можно найти еще товары, которые он продает. Те офферы, которые мы нашли, мы можем сравнить с топом товаров в CPA-сетях и понять, на что льют массово арбитражники. Вот при таких несложных манипуляциях мы можем найти товар, который продается сейчас и который продается в плюс. Если все так просто, то все бы миллионерами были. Цыган. Поделюсь фишкой. Вы можете следить за конкурентами и находить их рекламу полностью бесплатно. Заходим в библиотеку Фейсбука и находим там и страницы, и креативы ваших конкурентов. Все равно цыган. С вами был Александр Луценко и рубрика «Вопросы от подписчиков». Не забудьте поставить лайк этому видео и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Напишите фидбэк по этому видео, зашло видео или не зашло, как вам фишечки. И, конечно же, напишите ваши вопросы, чтобы я на них в следующих видео ответил.